Дорогие друзья, я хочу пригласить вас на молодежную конференцию «Да будет совершен Божий человек», которая пройдет с 28 по 30 августа. Я верю, что это будет хорошее время, когда мы можем собраться все вместе для того, чтобы поклониться Богу, прославлять Его. И у нас будет несколько составов прославления, когда мы будем поклоняться, прославлять, которые помогут нам приходить в присутствие Божье. Также нам будут служить одночальствующий епископ Эдуард Анатольевич Гробовенко. Я верю, что у него есть особенное послание для каждого молодого человека. Также у нас будут в гостях это Денис Малютин, пастор с города Омска. Затем Вячеслав Герасимов, город Кудымкар. Я верю, что эти братья будут делиться тем посланием, которое Бог вкладывал в их сердца. Я верю, что это будет слово, которое будет нас вдохновлять и укреплять в том, чтобы нам развиваться в Боге, возрастать в Боге, чтобы нам быть совершенными людьми, потому что к этому нас призывает Господь, чтобы мы достигали совершенства, чтобы мы влияли на этот мир. И также у нас в программе будет ток-шоу, где будут приглашены люди, которые достигли успеха, которым Бог дал успех, и они будут делиться и говорить об этом. Поэтому добро пожаловать, найди время, приезжай на конференцию. Я верю, что это будет время, которое будет потрачено не напрасно, но я верю, что Бог вам благословит тебя. Пусть Бог благословит вас. До встречи.